Шехердесен Костанай. Спасибо за подписку. Всем привет. Ассаламу алейкум. Сенханки Шехердесен. Супермен Азербайджан. Нисина Яшьорум. Seni buradan salamlıyorum. Alpamız, привет, как дела? Всем ассаламу алейкум. Selam, gözlerin kadar güzel bir hayat dilerim ve saçın kadar uzun bir ömür dilerim. Teşekkür ederim. Здравствуйте, как ваши дела? Приезжайте в Турцию в гости, обязательно, обязательно. А по-русски можно, пожалуйста? Азерисин. Да, я подготовлю билет, конечно. Сына. Короче, ты можешь перевести. Но там ничего такого интересного. Всем привет, кто зашел, ребята. Доброе утро. Как ваши дела? Как ваше настроение? Скорпиончик, пошли завтракать. Ди-ди-ди-ди-ди. Харикасан. Тишекередерем. Доброе утро, как дела? Спасибо за подписку. Татарка? Нет, я азербайджанка. Похоже на татарку. Будешь рыбку с утра? Карпиончик. У меня еще есть супчик. Кукси. Всем доброе утро. Hoş oldun. Супчик. Спасибо за подписку. Ben Kazakhstan'da yaşıyorum. Kostanay şehirde. Или как вам сказать, не знаю. Мне не такой хороший. Не такое хорошее произношение. Холодно у вас, да, у нас минус 3 градуса, Алпамыс. Дубак. Ну, по идее, это не сильно холодно, но мы еще не привыкли к холодной осени, наверное. Ти-ти-ти-ти-ти. Фильтр убери, посмотрим, на кого ты похожа. Сейчас прям разбежалась. Не дай бог испугаешься. Спасибо большое за лайки. Ё-моё, сына, просто красавчик. На лету ежи схватывает. Ты что, его с форточки выбросил? Булгарстан, да. Я ж Йормусун. Казахистан, да. Испугался. Пойдем, ты заслужил супчика. Сейчас я долью. Спасибо за лайк, ребят. Всем привет, ты зашел. А душа, душа, на душу. Испугался, мы его напугали. Есть же. Доброе утро всем. Капец, у нас уже почти 11 часов. Светло.
Не, форточка это только моя. Ну ладно, ладно, ладно. Она, кстати, открыта постоянно. Ого, привет, Муслим, как дела? Что такое? В смысле, ого. Типа я с утра сижу или чё? Спасибо за подписку. Джамал, привет, как дела? Hi, how are you? Привет, Эльдар. Через окно он ушел. Я не видела. Дела хорошо. I am fine. Okay, good. Джейсон. У меня все хорошо, Эльдар. Что делаешь? Откуда ты? Я с города Костанай. Вы откуда, Джамал? Спасибо огромное за лайки. Thank you so much. Ты его с окна выбросил. Хорошо, что у меня второй этаж. Очень приятно. Я с Алматы. Ух ты, круто. Как у вас там, тепло, холодно? Надеюсь, третий этаж, а то неинтересно было. Второй. У нас 6:40 утра. А у нас 10:40. Поеб за лайки. Как бы там все равно было бы больно падать. Все-таки второй этаж, а не первый. Есть шансы выжить, когда падаешь с третьего этажа, мне интересно. Даже со второго страшно. Да? Нет? Спасибо большое за лайки. Thank you so much, Andrew. Вася, привет. Как дела? Прикольно у тебя фамилия. Он заслужил. Правильно так держать. Он заслужил. Вая, спасибо. Мне поцелуйчик подарили. От души, душевную душу. Спасибо большое, Вася. Такая красота. Снег выпал. У нас нет еще снега. Юра, спасибо за подписку. Всем привет. Спасибо за поцелуйчик. Привет, привет. Как дела? Доброе утро. Юра. Всем ассаламу алейкум. Спасибо, Вася. Джон, спасибо за подписку. Что происходит? Какое солнце яркое. О, Брошка, привет, как дела? У нас тоже нет. У нас должен, по идее, завтра снег выпасть. Нет, Вася, я с города Костанай. А вы откуда? Какого города? Здравствуйте, мужчина. Спасибо за розочку, Юра. От души душевно, душу. Донецкая область. Ух ты, прикольно. У вас как там с погодой? Нормально все? У нас холодно, -3. Привет, Бахром, как дела? Капец, кушать охота. Покушай, Муслим. Я поела рыбки. О, скорпиончик. Почему тебя здесь не видно? Спасибо за лайки. Сейчас ты будешь 10 лет вставать, да, покушать? Мне показалось, я бро видела, нет? А только что была здесь. Кто что делает, ребят? Рассказывайте, как ваше понедельное настроение. Сегодня же понедельник. Угу. Угу. У меня сонное настроение. Вообще тоже хочется отоспаться. Угу. Васёк. Пацан, мальчишка, подросток. Чё? Какой ещё пацан? Доброе утро, как дела?
По какой профессии вы работаете? Я работала продавцом. Доброе утро, как дела, бро? Вы с какого города? Я с Костанаи. Вы с какого? Дима. Какого города? Машаллах. Хорошо у тебя как? У меня все замечательно. Тут муслим, который тебя ищет уже на протяжении 3 дней. Ты в гороскопе кто? Близнец, а что? Актобе, салам алейкум. Чё такое муслим? Я тебя сдала с потрохами. Всем привет, кто зашел? Доброе утро. Блин, из-за солнышка я вообще ничего не вижу. Меня как бы год не было. Серьезно. Так-то он уже нам это говорил. Это, походу, ты проговоришь сейчас. Доброе утро, Васил, как дела? Как звать? Меня Селя зовут. Дима. Ты казашка? Нет, я азербайджанка. Наполовину. Казашка наполовину. Увидимся в следующем эфире. Пока. Удачи, Али. Юра, спасибо большое за лайки. Отлично, спасибо. Что делаешь, Васек? Все люди про меня забывали. Как так? Как так? Что по погоде? У нас минус 3 градуса. Холодно. А у вас, бро? Hello, how are you? Poker boy. Hello, привет. Как зовут? Меня Селя зовут. Нурлыбек, вы откуда? Спасибо большое за лайки, ребят. Плюс 11, нормально вообще, тепло. А я думаю, что Скорпиончик говорит, что холодно. Он привык то, что у вас там тепло. Мераба насылсанас, чё гюзясин, ты ще кредерем. И сизнасылсанас. Спортом занимаюсь. Ух ты, круто, молодец. Васёк, с утра пораньше спортом. Я с города Костанай, ребят. Караганда. Тешеккер эдерем. И Нэрэдэн, Казакистанда яшьёрум. Казахстан, да. Юра, спасибо за лайки. Всем ассаламу алейкум. Чё вы там угораете, бро? Мне чё-то этот... А вот я хочу обратно. О, Скорпиончик, мне Лера то же самое говорила, когда уезжала. Она не хотела уезжать. Ты, наверное, тоже, как она. Я не хочу уезжать. Ты мусульманка,